Уже шмат годов кафедральный собор Гомеля освященный миновито як храм славных и усяхвальных першеверховных апостолов Петра и Паула. Миновито молитвами гэтых заступников города собор во все, нават не самые лепшие для веры часы, заставался у нашем регионе надейной опорой. Выявы апостолов Петра и Паула на головном уваходе и на иконостасе православного храма. И наше поклонение им – это надеи кожного, каб набыть Петрову твердость и Паулову розум. В этот день принято вспоминать житие и покуты апостолов. Як стверджая Библия, яны больш за інших вучняў Христа рупливіліся у проповеди яго заповедяў. Таму церква называе их першавярховными. Дата ж показывая на день, калі святые мощи Петра и Паула были перенесены у Рим. Отбылася гэта падзея яшчэ ў 258 годзе. Я хожу уже не первый год, буквально с детства, с бабушкой, с мамой. Всегда это очень радостно. Всегда это торжественно, красиво, столько много цветов, столько людей. Крестный ход, освящение. И очень приятно быть и всех поздравить с праздником. Что казать, горшие часы у житті гэтага храма застались у минулым. И дасть Бог больше не вернуться. Про гэта молятся у соборы, про гэта спевают купалы. И сегодня Петров день, заканчивая Петров пост. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, позвольте всех нас поздравить с нашим праздником престольным святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Они являются нашими покровителями города Гомеля. И мы все сегодня, особенно в этот день их памяти, приходим в кафедральный собор и возносим свои посильные молитвы, чтобы Господь их молитвами защитил нас, защитил каждого, защитил наши семьи, защитил наш город, защитил наше государство, чтобы мы с вами жили их молитвами в мире и благополучии. И Господь был рядом с нами, а они были нашими наставниками и хранителями в этой жизни. Людмила Чарнецкая, Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».